Василий Егоров сегодня выйдет на ринг против казахского боксера на чемпионате мира по боксу. Он проведет четвертьфинальную встречу с Жомартом Ержаном. Бой начнется в 10 часов вечера по якутскому времени. Напомним, что на втором для себя чемпионате мира Василий Егоров стартовал с уверенной победы над австралийцем Алексом Винвундом. Следующий его соперник в 1/8 финала тоже добился решительного преимущества над боксером из Филиппин Рогином Ладоном.